весь входит в состав Османской империи. Греция, все острова в Эгейском море. 5 лет назад Владислав Тепкесов ушел из разработчиков сайтов в учителя и не прогадал. В этом году он победил на всероссийском конкурсе педагогического мастерства. Моя мама, мой наставник Наталья Нанзытовна, она принимала участие в этом конкурсе, но, к сожалению, не заняла первое место. Ну вот, и Наталья Нанзытовна меня все готовила к этому, готовила последовательно. И вот сейчас вот настало самое время на то, чтобы, ну, попробовать себя в этом деле. Вместе с другими победителями он получил премию в 260 тысяч рублей. Это интересно, то, что Владислав Романович где-то участвует. Это показывает то, что у нас классный руководитель, хороший учитель истории и много чего знает. Он один для меня из немногих учителей, который доступно объясняет свой материал. Я горжусь своим учителем. Это очень круто. Насчет победы, ну, круто, что могу сказать. Интересно. Он всегда помогает нам, допустим, к подготовке ОГЭ. Владислав не ограничивается преподаванием истории и обществознания. Кружок робототехники – это тоже мое увлечение. По социальному партнерству мы закупили оборудование. Школа предоставила все необходимое, имеется в виду место, класс, компьютеры, рабочие места. А оборудование мы докупили сами. И вот 4-й год занимаемся робототехникой. Есть определенные успехи. В этом году наш герой принял участие в форуме молодых учителей и первом всероссийском форуме классных руководителей, где еще раз убедился, что эта профессия ему по душе. Выбор профессии в основном обусловлен моим жизненным приоритетом. Я хочу делать хорошее. И что может быть более благородным, чем работа учителя? Аюна Чертарова, Жаргал Цариндашиев, Ирина Сураева, телекомпания АТВ.